Так, стою в пробке на Красто. Видимо, где-то авария. И сзади меня вообще большая пробка, но я ее объехала более-менее. Ну вот, видите, только где-то авария, все, и движение встало. Еле-еле двигаемся. Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Вот стою здесь с коробкой. Это пришла посылка с Тэму. Это, мне кажется, наверное, полка для обуви. Я заказала там полку. Я думаю, что это она. Потому что там много чего заказывала. Но они разделили мне на две посылки, потому что сказали, что слишком большая посылка получается. Ну, судя по всему, это полка. Я ее соберу, наверное. Да, и покажу вам. Сначала покажу, что в этой коробке, конечно. Ну да, как я и говорила, вот такая вот полочка для обуви. Сейчас как вам показать ее. Вот такая вот, да. Сейчас фокусируется камера. Там можно заказывать разные этажи, и от этого зависит цена. Ну, это шторка, как я понимаю, наверное. Это... Ой, короче, буду разбираться. Такие трубки. Пластиковые, по-моему. Нет, это, наверное, какой-то тонкий... Не знаю. Не, наверное, какой-то тонкий металл или алюминий, как правильно. Уголочки такие. Ну, в общем, или мужа дождусь, пока муж соберет, или я... Соберу. Если получится, соберу сама. Не получится, буду мужа ждать. Все ссылки на товар я оставлю в описании под видео. Собрала я полку. Еще сверху вот такой вот, как балдахин. Сейчас приделаю, сложу обувь, и все, чудненько полка. Но вот так это выглядит с балдахином. Ничего, неплохая полочка. Ну и вот так полка выглядит с обувью. В принципе, знаете, нормальная. Такая довольно-таки устойчивая. Нормальная полка. Добрый день, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. И сегодня я к вам снова с посылочкой с Тэму. Видите, она еще полностью упакована. Сама не распаковывала еще. Не знаю, что там, но мне кажется, не все здесь, что я заказывала. Судя по размеру, здесь не все. Давайте посмотрим. Самый интересный момент, да? Когда начинаешь только раскрывать. Так, сейчас достану все. И, наверное, потом покажу тогда вам. Сейчас распакую тоже эту коробочку.
А может, и все прислали. Ой, такой маленький этот мусорчик. Я думала, он побольше будет. Ну, давайте начнем с более мелких покупок. Это я заказала наращивать бюстгальтер, когда вот по объему маловат. Да, вот такие вот, ну, дополнительные секции, чтобы вам бюстгальтер не давил нигде. Вот этот вот крем, то, что я вам говорила, с золотом, да, по-моему. Сейчас посмотрим. А, он весь в упаковке, сейчас не хочу распаковывать его, потому что пока не буду им пользоваться. Но вы знаете, когда я буду его уже начинать, обязательно покажу. Вот такой тут. Два их, да, одинаковых, с коллагеном. Ну, вот, там было в паре продавались, они в паре получалось как-то дешевле, по-моему, если не ошибаюсь, покупать. А здесь еще один крем. Да, тут немножко другой, я уже не помню этот, что и как. В общем, мне самой надо посмотреть, что это такое за крем. Но раз заказала, значит, для чего-то. Только не помню, под глаза он идет или для лица он идет. Это я заказала полоскать зубы. Не знаю, мне посоветовали, так, ирригатор, как-то так он называется, да? Мне сказали в комментариях, что хорошая вещь, Рута, бери. Как-то я вам показывала в магазине, помните? Ну вот, тут надо еще разобраться, что и как. Это уже, ну, не знаю, в этом видео, не в этом видео вам покажу. Посмотрим, в каком видео вам покажу. Да, я так понимаю, его заряжать, наверное? Да, он заряжается на аккумуляторе. Ну, попробуем. Так, а что у меня здесь такое? Сама уже не помню, что я там заказывала. А, это такое, на аккумуляторе тоже ногти обрабатывать. Интересно, что тут в комплекте идет что-нибудь? У меня есть такой, другой немножко был, на Алиэкспресс заказывала. А так-то там уже он барахлеть начал. Решила заказать новый. У меня есть и настоящая цветы, которая работает. Но это такой, знаете, на работе я так иногда такой держу. Мне нравится так вот иногда ногти обработать или что. Ну, тут еще и в комплекте тут идет что-то, насадочки всякие разные. Потом попозже все проверим, все посмотрим. Так, это утягивающие трусики, насколько я понимаю. Чтобы когда надеваешь облегающее платье, чтобы не были складочки лишние видны. Вы сами понимаете, да, девочки? Так, сейчас я открою. Ну, вот такие утягивающие трусики. Да, подойдут нормальные. Они были разного цвета, но я пока на пробу взяла так одни. Я думаю, нормально будет. Тут еще фиксатор такой есть, пластиковый там, да, чтобы здесь, видимо, сборку не собиралась. С одной стороны и с другой стороны такой, как ремешок. Ну, это не ремешок, а такая пластиковая здесь стоит, такой клин. И такая еще хэбэшная подкладочка есть. Ну, посмотрим. Заколку заказала себе. Вот такую. Потом у меня там уже совсем ломаются заколочки. Ну-ка. Вот, ой, ну неудобно. Вот заказывала одну, тоже неудобно было как-то открывать. И это ногти можно сломать, пока будешь ее открывать. Моя любимая заколка, она уже ломается, ребята, у меня уже все. Я ей много лет пользуюсь. Ой, хорошо, здесь есть эти иголочки, где будут фиксировать, чтобы не съезжала по волосам заколка. Легкая, вот то, что я хотела. То у меня такая тяжелая была заколка. Иногда волосы уставали, корни волос. А так хорошо. Так единственное, что здесь вот немножечко неудобно. Может соскочить, и ногти можно сломать. А так вроде неплохая заколка. Ну-ка, давайте проверим, как она хорошо держит. Ой, руку поднять не могу высоко. Рука болит. Нет, держит хорошо. Да, держит хорошо, легкая. Хорошая заколка. Да, можно брать. Хорошая заколочка. Угу.
Главное, что легкая. Ну, здесь у меня такой... Ну, это как на тему там был, как бы, как мусорничек. Но это, конечно, можно сделать для чего угодно, приспособить. Такой вот настольный. У меня вот для косметики есть такой же фирмы, по-моему, да, такого плана что-то. Я вам показывала, где для кисточек, да. Но вот для косметики я решила такой еще мусорничек такой заказать. Он так вот открывается. Вот так здесь внутри. Хороший такой мусорник. Ну да, вот видите, у меня вот тоже такой же фирмы для кисточек. И такой же мусорничек, вот. А это уже другая фирма, этот бокс. Это вообще классный бокс очень. И заказала еще вот такой мусорник. Это очень удобно, вешается на кухонную дверцу. Вовнутрь вставляется пакет. И когда вот вы готовите, да, вот это все, все очистки, кожуру, вот сюда вот бросается, он так выдвигается еще. Так, мне надо еще разобраться, сейчас вам покажу. Вот я деревня, я держала вот так, а надо вот так. Вот так, видите, он выдвигается. Тоже пакетик вставляется. Закончили работу, задвинули. Работаете, выдвинули его. Прикольный такой. Так, а здесь рулон пакетов вставляете сюда. Сейчас вам покажу, как он крепится. Вот так он крепится к дверце. Вот видите? Сюда вешается пакетик, как я сказала, вставляется, как любое ведро. И бросаете сюда очистки. Закончили работу, закрыли. Ну вот, достали пакетик, вставили новый пакетик. Вот так вот, короче. Я не до конца его раскрыла. Я думаю, что он у меня закрывается. Я верхнюю часть открыла, а нижнюю-то нет. В общем, он как гармошка, видите, складывается. Вот так вот. Ой, одной рукой неудобно. Вот так вот он. Очень хороший такой мусорник. Очень удобно, особенно когда много готовите или что, все сюда-сюда покидали, потом взяли, выбросили. Очень удобно. Чтобы каждый раз вот мусорник не открывать, туда не лазить каждый раз. Вот так вот все у вас раз и под рукой. Закончили, убрали пакет, постелили новый и все. Так, а здесь тоже вот вытаскивается. А, тоже вот пакетик сюда вставляется и потом это одевается. Сейчас покажу. Ну вот, сейчас вставляю пакетик. И вот здесь есть фиксаторы. И вот он фиксируется. Вот. Вот здесь вот. Сейчас. Все, видите, зафиксировался. Очень хороший такой. Ванной можно, знаете, там, когда женщина там макияж снимает, кеватки бросать, там все такое. Ну, кто до чего приспособит его. Ванной хорошо его. И вот так на кнопочке, соответственно, закрыли, открыли. И я так понимаю, его даже подвесить можно, видите? Ну, я сейчас ставила вот эту насадку для ногтей. Слушайте, он с подсветкой еще. Смотрите. И такой. Несколько скоростей. Да. И в обратно. Ой, 4 скорости. Ой, прикольно. Очень хороший. Тот мой ручной вообще даже рядом не стоял. Очень хороший. Поменьше скорость можно сделать. Супер просто. Мне нравится очень. Ой, как удобно, ребята. Так вот в сумочку, если вы куда-то едете или что. Еще на аккумуляторе. Ну, вообще, мой-то от сети работал. Нет, ручной тоже как бы от сети работал. Нет, от USB ручной работал, а этот на аккумуляторе. Ой, этот 1000 раз лучше, чем мой тот, который от USB.
Ну и плюс еще есть у меня профессиональный такой, который от сети, да? Ой, классно, слушайте, мне нравится. Очень хорошие. Супер. И насадки, не надо здесь ничего крутить, чтобы вставить насадку. Просто вот так вот берете и вставляете насадку. Вот. И также вытаскиваете все. Ну, классные, очень хорошие. Даже удобно, знаете, вот просто лежите на диване, и вам надо подправить немножечко свой маникюр. И взяли и подправляете. А там, который у меня от сети работает, это ж мне надо всю эту бандуру взять, да, все это надо подключить, подсоединить, а это на аккумуляторе. Вот это классное. Да, и по сравнению с моим, который тоже такой от USB, у меня есть второй, который я говорила, да, даже рядом, тот с этим не стоял даже рядом. Вот это в тысячу раз лучше, вообще супер. Его даже можно в сумочке носить, как пилочку. Надеть насадку и как пилочку даже в сумочке носить. Потрясающе. Вот в этом я очень довольна. Даже не думала, что будет такой довольно-таки. Подбирайте под себя нужную скорость, и этих скоростей вполне хватает. Во. А в моем, который от USB работает, там только вообще одна скорость. Ну, а тот, который от сети работает, там вообще, ну, профессиональный. Там, ну, там, конечно, там вообще много скоростей, есть такие мощные скорости. Ну, кремы пока я не буду открывать, как я уже сказала, да. Открою, когда придет время. Так, ну, это с этим все понятно. Заколку я вам показала. Вот еще надо с этим ирригатором разобраться, да. Мне, как им пользоваться. Вот такие тут 4 разные насадки идут. Они что, стеклянные, что ли? Не, наверное, пластиковые. Да, пластиковые. Ой, и с ложечкой. А для чего ложечка? Слушайте, вот с этим надо совсем разобраться еще. Господи, что только не придумают. Я сейчас включила и забрызгала всю кухню себе. Сейчас я вам покажу. Ой, смотрите, всю стенку забрызгала. В общем, короче, сейчас показываю. Ой, если он включается, да, вот если вот. Вот. Сейчас, ой, сейчас опять, наверное, будет брызгаться. И он так довольно-таки сильно. Надо нажать и держать. Смотрите, вы видели? Вы видели, что творит, а? Я бы, конечно, вам хотела показать, как полоскать зубы, но я боюсь, что я здесь все, ребята, залью. Вот такая струя сильная вообще просто. Да уж, вещь хорошая, ничего не скажешь. Единственное, не могу понять, для чего ложечка. Ну, здесь тоже будет, я так понимаю, это литься вода с напором. Ну, почему в виде ложки? Может, там как-то, чтобы куда-то подлазить? Может, не знаю. Я знаю, что у некоторых у вас есть ирригатор. Скажите, для чего ложечка? Так, ну, в общем, я прочитала. Это для чистки языка насадка. А это для чистки брекетов, которые со щеточкой насадка. Вот это вот. Или вот это, не помню какая, ну, ежедневная классическая, чисто вот, да, зубы чистят. Ну, в общем, все поняла. Я хотя бы поняла, для чего с ложечкой, да, для чистки языка. Ну, в общем, как-то так, все легко и просто. Я решила один крем открыть, потому что я буду утром одним пользоваться, я так решила, а вечером другим буду пользоваться. Хочу вам показать. Ну, вот такой вот крем. Ну, немножечко, да, не такой, как мой тот с золотинками. Вот тут есть такие золотинки мелкие-мелкие. Ну да, это немножко другое. Ну, не знаю, понравится, не понравится, посмотрим. Сейчас открыла его. Интересно, как он. Ну, он такой легкий, как я люблю. Да. Ну, посмотрим. Потом скажу свой отзыв, когда попользуюсь какое-то время им. Увлажняющий крем для контроля жирности Golden Forest.
нежно освежает кожу, укрепляет и омолаживает кожу лица, повышает эластичность кожи, подходит для всех типов. Ну, вот такой вот крем. Ну, попыталась перевести, не написано, что под глаза, написано 50 мл, якобы здесь, по-моему, где-то я тут посмотрела, вот 50 грамм здесь написано. Вот такая маленькая бутылочка, ну, не знаю, вот это я беру 50, а вот это, ну, ладно. В общем, крем для лица с 24-каратным золотом, коллагеном, разглаживает тонкие линии, улучшает тон кожи, укрепляет и омолаживает. Крем для лица разглаживает. Ну, в общем, они, можно сказать, одинаковые, почему-то разные упаковки. Всем доброе утро, друзья! У нас уже следующий день. Муж с утра заехал на базар и купил мне вот такую клубнику. Ему прямо вручную отбирали ее. Это литовская, вроде бы, по 3,80. Вот что значит, его там уважают. Его уже там знают. Он знает, уже значит, он для жены покупает клубнику. И посмотрите, какую клубнику ему наложили. Прям, говорит, вручную, не то, что там совочком. Вручную прям набирали его. Уважают, зая, тебя уважают. Это ж надо ж такая клубничка. Это просто, посмотрите. Ну, попробую еще потом, сладкое или не сладкое. А ты пробовала ведь сладкое? Да, а, вкусно, сладкое. Может быть, сладкое, он уже пробовал. Хорошая клубника. Я уже позавтракала. На десерт была клубника. Клубника, в самом деле, сладкая. Мне понравилась хорошая клубничка. Ну, еще такую ему отборную сделали, хорошую. Ну вот. А сейчас, что я буду делать? Я буду готовить обед. А тут дома у нас особо ничего нету. Ну, а что я буду готовить, увидите. Оставайтесь со мной до конца и увидите, что я приготовлю. Ну вот, будем сейчас готовить этот куриный шашлык, что мы покупали. Добавила перчик, добавила баклажан, посыпала, молоденькой картошечкой, конечно, посыпала вот этой вот, как всегда, нашей любимой сванская соль острая. Сейчас сбрызгаю еще маслицем, отправлю в духовку, но уже буду в режиме не гриля готовить, а буду просто в обыкновенном режиме готовить, вверх-вниз. Ну, а потом уже в конце готовки, наверное, еще посыпем сыром, я так думаю. Ну, пока там готовится в духовке, я сделала грибочки в сметане. Муж говорит, хочу грибочки, как в Лидо. Вот ему сделала грибочки, как в Лидо. И что я еще буду делать? Здесь у меня лососинка. Сначала думала сделать на бутерброды ее, а решили супчик из нее сделать, небольшую кастрюльку. Все, супчик рыбный у меня тоже готов. Осталась только курочка. Овощи я тоже достала. Они уже мягкие. Ну и курочка почти готова. И картофель, надеюсь, тоже. Ну, наш сегодняшний обед. Супчик рыбный, как я уже показала. Овощи. Картошечка с курочкой. Посмотрите, какая красивая. И грибочки. Ой, грибочки. Все это с картошечкой, с курочкой. Это будет очень вкусно, друзья. Я вам всем желаю приятного аппетита. И нам тоже. Ну, еще осталось заправить зеленый салат, и все, наш обед готов. Сейчас я буду накрывать на стол, будем с мужем обедать. И вам тоже, друзья, всем желаю приятного аппетита. Всем привет, дорогие друзья! У нас уже следующий день. Вот закончила уборку, робот-пылесос мне помог, сократил мне время уборки. У меня там в холодильнике остался творог,
и хочу сделать творожную запеканку. Муж купил килограммовую пачку, полкило я так съела просто со сметанкой, полкило я еще осталось. И вспомнила, я же очень делала вкусную запеканку, помните, с цукатами. Вот сейчас я опять ее сделаю, повторю этот рецепт, потому что она получилась, ну, очень вкусная. И опять приготовим вместе с вами. Сегодня у нас такое с вами видео, кулинарное, можно сказать. Одни вкусняшки. Но я чувствую, многих раздразню я сегодня. Здесь у меня творог 600 граммов, примерно 3 столовых ложки манки, немножко соли, немножко сахара, ванильного сахара, 2 яйца, цукаты, здесь изюм, клюква и вот такие вот еще, как на Пасху делают цукаты, да? И еще хочу добавить бананчик сюда. Бананчик так немножечко разомну. Все хорошо перемешаю. Выложу в форму и буду запекать в пиццемейкере. Выложила запеканку в форму. Сейчас сверху смажу сметаной. И все, можно будет отправлять в пиццемейкер или в духовку. Такую запеканку я еще и в микроволновке готовила в режиме микрогриль. Тоже очень хорошо получалось. В общем, везде можно приготовить, где есть функция запекания. Да, и даже, знаете, такую еще запеканку я готовила в пароварке. Клала формочку там, которая шла к пароварке. И готовила такую запеканку, она получалась такая нежная, без корочки, конечно, но она получалась очень нежная. Это, наверное, знаете, например, кто диету соблюдает, да, очень хорошо, мне кажется, на пару это приготовить в пароварке. Так что я вспомнила. А еще в пароварке, еще, знаете, что готовила? Этот пирог яблочный, шарлотку, тоже получался очень нежный, без корочки, но получался такой нежный, вкусный. Так что в пароварке тоже можно готовить такие блюда, если что. Ну все, пускай готовится. Готовится будет примерно минут 25 где-то, наверное. Ну что, пошли запахи, открываем. Ай, какая... И была бы корочка верхняя, но она высоко поднялась, и корочка осталась и здесь. Надо было брать пошире форму мне. Много творога, видите, плюс еще поднялся. Ну вот, вся вкусняшечка, вся эта осталась здесь. Ай-яй-яй. Но все равно, запеканка моя готова. Запеканочка немножко уже остыла. Я ее уже нарезала порционно. Самое главное, достать первый кусочек. А потом пойдет как по маслу. Ну... Вот такая вот красавица получилась. Вот такая вкусняшечка. Люблю есть всегда теплую и со сметаной. Конечно, на ночь я ставлю ее в холодильник, но если я хочу есть, я всегда разогреваю в микроволновочке ее. Вот так вот здесь. Хорошо держит форму. И очень вкусна запеканка с цукатами. Очень вкусно. Ну что, дорогие друзья, я всем желаю вкусного чаепития. Готовьте вот такую запеканку, хоть в духовке, хоть в пиццемейкере, хоть в микроволновке, хоть в пароварке. У вас все равно она получится. Ну а на этом я закончу свое видео. И давайте, как всегда по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и, конечно же, нажимайте на сердечко. Супер спасибо. Я с вами прощаюсь и увидимся, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания.